Она где-то здесь! Она где-то здесь! Я только что видел. А! Бежит! Закрывай! 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 О! Баррикадируйся! А, она здесь! Она здесь! Короче, что делать? Что делать будем? Что будем делать? Погоди, рычаг репетируй. А, эта дверь открыла! Что за рычаг? Нажимай быстрее! Что? Что? Здесь проход, проход открывается. Тихо, тихо. Где мы? Где мы? Где мы? Где мы? Так, вот, она вон там. Сюда, 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 сюда. Давайте куда-то свалим отсюда. Давайте вниз. Давайте вниз, давайте вниз, давайте вниз. В этой серии мы находимся в психушке, и на нас охотится Момо. И наша единственная цель спастись. Не забывай подписываться, ведь наша команда старается делать для вас годный контент. Приятного просмотра. Хей-йоу, всем привет, друзья, с вами снова Спайк, со мной сегодня Гуля, Дима. И там, где это охотится самая настоящая Момо. Вы видели ее? Это вообще капец. Всем привет, да. Всем привет. Всем привет, да. И что, наша цель как-то от нее сбежать, потому что мы находимся, что это, психушка какая-то заброшенная или типа того, смотрите, тут все уже заросло какой-то травой, тут ничего не работает, и тут она бегает спокойненько, вот, кого-то, смотрите, уже поймала. Чего разлегся? Так, работник психушки, внизу находится экспериментальная лаборатория, там должны быть инструменты, чтобы узнать код, надо подобрать пароль к компьютеру, но ошибаться нельзя, иначе он поставится на блок. Так, а вы видите компьютер, где он? А, вот, походу, вот он. Она здесь, она здесь! Так, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Бежим. Так, куда-куда? Наверх, 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 давай. Я какую-то зельку взял, Potion of Flipping. Так, давайте куда-то, вот сюда, тут какой-то бункер, бункер, бункер. Так, 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 закрывай, закрывай. Мы, кстати, по двери этой услышим, если она сюда придет. Так, что за зелька? Это Jump Boost 2-го левела. Так, это, кстати, не так плохо, мне кажется. Интересно, зачем она нам вообще? Не знаю. А! Идет! Открылся, открылся! Бежим, 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 бежим! Сюда, 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 сюда! О, капец! Блин! Мне кажется, она меня догонит, ребята! Я готов с вами! Беги, 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 беги сюда, сюда, давайте сюда, давайте сюда, давайте сюда! Блин, лучше бы, конечно, в разные стороны. А, погоди, джамбуст, вот тут можно перепрыгнуть. А, тут и так вроде можно. Ну-ка. Так, тут стрелы есть в сундуке. А здесь лук, лук, здесь лук есть. А стрел много? 4 всего. Блин, мне кажется. Тихо! Встаньте! Я! Я слышал, как она сейчас дверь открыла! Да-да, тоже слышал. Так, а скинь мне стрелу одну какую-нибудь, я не знаю. На-на-на, две. Так, давай тогда две стрелы у меня будет, и ты, и две у тебя, да? Да-да-да. И возьми вот здесь лук тоже. Хотя, давай Гуля, это тоже скинем, наверное, стрелу, я думаю. Ну, давайте, давайте, давайте. Но я думаю, знаете что, нам от этих стрел толку нет, на самом деле. Мы ими можем, может быть, на какую-то кнопку там нажать или что-то типа того. Либо найти заряженные надо стрелы, чтобы открывать железные двери какие-нибудь закрытые. Но, по сути, от обычной стрелы, от обычного лука нам толку вообще никакого. Давайте как вернемся? Здесь как-нибудь? Тихо, тихо, она там, блин, ух! Да, она там, она там. Давайте обратно тем же путем, которым мы сюда зашли. Блин, она еще огромная, но вы заметили, что она как-то пробирается во все вот эти двери? Блин, каким образом вообще? Она же реально огромная. Блин, стрёмно. Тут такие маленькие коридоры, что можно очень легко спалиться. И если мы и попадемся, я думаю, что она нас заваншотит. Я вот поэтому думаю, нам бы хоть какое-нибудь оружие найти. Опачки, смотрите. Лук. Здесь лава, и там проход наверх. Так, интересненько, надо найти, как ее преодолеть, может быть, ведро воды какое-нибудь. Либо ботинки, теоретически где-то здесь они могут быть. Ботинки, кстати, да, могут быть. Так, ну в туалете, опа, не, ничего нет. Нашел? Блин. Блин, куда же нам идти, куда же нам идти? Так, ну мы что, мы обыскали все уже на втором этаже или нет? Там можно на другие там пойти, наверное. Ну, вообще, по идее... Кто двери открывает? Это я... Так, это ты? Может, это тревога? А мы шли на третий... Бежим, сюда, сюда! Понятно? Давайте на третий, вот сюда. Так, тут лабиринт какой-то... А, тут, смотрите, можно вниз спуститься резко. Блин, ну там что-то было. Она прямого не увидела, куда мы пошли, потому что она не успела на меня голову повернуть. Да? Ну, я уверена? Так, подождите, а что это такое вообще? Тут какой-то лабиринт. Все заброшенное, тут что-то... Так, тут дверь с карточкой. Дверь? Дверь с карточкой. В другой какой-то корпус, походу, или типа... Там вообще что-то странное, там какая-то магма. Блин, не знаю, ну может туда попробовать пройти как-нибудь? Но нужно карточку найти. Так, давайте посмотрим еще, что вот здесь. Да, как-то бы пройти. Ну, все закрыто здесь. У нас нету заряженной стрелы. Нужно, да, заряженную стрелу. Камера, камера, смотрите. Так, может быть, тут еще где-то есть камеры, и можно будет их взломать, я не знаю. Так, а что тут вообще есть? Тут есть какая-то мусорка, там что-то может быть. А, погодите! Стоп! Смотри!
Смотри, смотри, смотри. А, тихо, стой, Оль, стой, остановись. Она там была. Я только что ее видел краем, прям краем глаза. Да, 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 вижу, вижу, вижу ее. Там так. Это где? В другой куда части комнаты. Пришли? Да, да, но она ушла, она ушла. Да, она ушла. Так. Так, давайте в комнату в эту. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, все. Тут мусорки пусто, здесь пусто, рычаг. Что, что открыл? Или нет? Слышали? Вроде бы. Она, да, что-то открылось. Она двери где-то под нами. Вот тут что-то открылось, мне кажется. Вот это, вот этого не было. Так, ага. Так, здесь что? Опа, ага, здесь что-то крутое. Или что это? Так, а двери. Очки. Блин, такое все громкое. О, мечи есть. Да-да-да. Давай, короче, блин, может у Гули будет? А или как? Ну, Гуля, на, держи сегодня, ты нас охраняешь. Ну давай, да, будешь нашим секьюрити. Так, ну что, я взял очки. Очки, знаете, где можно проверить, где лава? Мне кажется, они там сработают почему-то. Я почему-то... Блин, возможно, возможно. Либо где-то должен быть секретный паркур. Да, но мне почему-то кажется, что там где лава. Но я их уже надел, короче. Такс, 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 такс. Че, так спустимся по этой лестнице? Мне кажется, так менее палевно как-то будет. Так, 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 ну, так, так. Ну, наверное... Она здесь! Бежим! Обратно, обратно бежим! Она за нами? За нами? За нами? Ногу на лестницу. Не знаю, по-моему. Так. Да, 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 да! Вниз, 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 вниз! И куда, 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 куда? Давайте еще вниз, еще вниз, еще вниз. На самом деле она мне снесла 6 сердечек, ребята. Да, она меня тоже вначале ударила. С одного удара? Да. Серьезно? Капец! Так, здесь-то куда? Давайте вот тут еще обыщем. Блин, но нам нужно вернуться туда, где лава. Я уверен, что эти очки-то... А, стоп! Или подождите, нет! Очки сюда нужно? Чё? А я ничего не вижу, ну давай проходи тогда. Подожди, давай я сейчас тут сам пройду тогда. Лучше... Это кислота, потому что... Так, я вижу сундук какой-то. И здесь часть какого-то кода. Ой, я здесь еще нож нашел, дубинку и гранату газовую. Так, ну допустим, и что мне это дает? Так, пока что не совсем понятно. Так, надо тут все обыскать. Блин, тут, ну тут две комнаты каких-то странных. Так, ой, я еще нашел C4, походу. Да, она здесь, она здесь, она ждет. Тихо-тихо. Снаружи. Где? Откуда мы пришли, вот, с той стороны? Ну, сидите там. Может, выбраться и на ее отманить? Я не знаю. Чтобы мы могли выбраться вообще хоть как-то. Не знаю, я думаю, что вам нужно... Так, ну тут как пройти-то? Я вам очки даже передать не могу. Может, тут как-то можно это выключить? Эту кислоту. Может, ты можешь выйти и ее просто отманить, побежать в другую сторону, чтобы мы могли выйти. Но, по идее, может быть, я сейчас могу как-то вот здесь вот выйти. Я не знаю. Да, так, оп. Никуда, я понимаю. Так, тут еще дверь. Это выход обратно. Короче, сейчас смотрите, что я делаю. Я сейчас ее отманю и забегу на второй этаж. Так. Давай. Ну что ж, погнали! Где она, где она, где она, где она? Так, вот! Вот она! Слышим! Ай! Дамажит! Люто, зачем вы вышли-то? Зачем вы вышли? Я бы ее отманил сейчас просто. Все, за мной. Ну ты ее отманил, считай, она за тобой так, бежит. Бежит за мной, бежит за мной, бежит за мной. Так, да как мы выйдете, мы не придумали, что дальше делать. Я кинул газовую гранату. Так, найс, найс, найс. Все, иду вниз, иду вниз. Иду вниз. Короче, я нашел там часть какого-то кода. И это означает, что нам нужно тут еще найти части кода, я так понимаю. Нужно тут все обыскивать. Кстати, вот дверь, смотрите, какая-то. О, я еще нашла часть кода, кстати. Так, ты какую нашла? У меня последняя цифра, первый, это 5. Так, Instant Hell. Давайте я вам, кстати, скину. Дим, иди сюда. Да-да-да. Я вот, сзади, сзади. Вот, держи дубинку, держи дубинку. Ага. Так, капец. Так, тут... Так. Еда только... Ну, смотрите, если у нас тут... знаете, что это за код? Капец, я тупой. Это код от компьютера. Вы поняли? Я даже не проверял, что там было. Это от компа, 100%. А как думаешь, мы по первой и последней цифре узнаем? Я просто даже не посмотрела, что там за цифра. Первая и последняя, я не знаю. Этот же чувак нам говорил, надо подобрать пароль. Вот комп и... Первая 9. Первая 9, последняя 5. Первая 9, последняя 5. Да? Ну, значит, вот это? Верный пароль! Код у двери 4276! Так! Вот это мы хорошо нашли записки. Только мне интересно, где находится эта дверь? Где находится эта дверь? Подожди, давай еще раз прочитаем. Так, находится экспериментальная... внизу! То есть... еще ниже можно? Да, походу. Такс. Да, тут дверь огромная. Так, а какой от нее код? Подожди-ка. Я забыл! 4276. 4276. Так, пробуем. И вуаля, дверь открылась. Так, окей. Но нам-то, подождите, нам же карточка, да, нужна? Так, тут есть какая-то камера. Так. На камере есть редстоун, кстати. Опа. Мне кажется, стой, не заходи-ка в эту комнату. Вот в эту комнату. Мне кажется, это ловушка.
Подожди, сейчас мы это проверим. А, динамит есть, смотрите! Да-да-да, я, кстати, только что обратил внимание, что тут динамит, блин! И у меня С4 есть. Можно С4 использовать для того, чтобы заминировать тут все. Это черный динамит, он все это разнесет. Так. Отвертки какие-то. Устроим самоуничтожение этой базе. Отвертки надо взять, потому что этой отверткой можно код от двери поменять. Но у нас в любом случае никакой карточки нет, даже нулевой. Я бы химзащиту взяла еще. Да-да-да, давайте химзащиту берем. Так. Ты с ней замедляешься вроде? Не-не-не, в ней не замедляешься. Так, что это за комната? Подождите, дайте. Вы меня, если что, выпустите только из нее. Окей. Так, мне кажется, это ловушка, потому что, смотрите, здесь скелетоны, и здесь на камере можно активировать редстоун какой-то. Мне кажется, что что-то вон оттуда выходит. Либо какой-то монстр, либо какая-нибудь лава, кислота и так далее. Так, ну что, мы, в принципе, можем здесь ловушку для Мому тогда сделать. И что? Но карточку-то где взять? Пока где что мы еще вообще не были? Ну, мы не были, где лава, мы же там не прошли, по сути. Но у нас как да. Нет ничего, чтобы пройти. Но давай попробуем надо вернуться. Я туда вообще кинул гранату тогда, эту химическую, именно в то место. Я не знаю, типа, я надеюсь, что она там уже подрассосалась, потому что если нет, это будет очень печально. Так. А может, она попалась на гранату-то? Ну, я не знаю, я думаю, что Мома попалась на гранату, но там уже... О, вон, вижу. Тихо. А вы где, вы внизу? Мы на втором, вроде бы. Так. Нет, вы, по-моему, на первом. Вот я сейчас на втором. И я только что ее видел. Тихо. Давайте я сейчас один попробую пройти. Хорошо. Так. А мы на лестнице тогда постоим. Я сейчас боюсь, что сейчас она вот тут за углом будет. Блин, я на шифте иду, чтобы меня не слышно было. Я вижу. Так. А, да. Она в главном холле. Тут я лестница. Не заметил. Так. Только... Она за нами бежит. Короче, о, я забрался. Так, отвлекайте по максимуму. Ай, это что? Давай бежим. Тут на меня какой-то псих напал. Что? Ай, заходи. Так, давай поставим вот так. Фух. Вы что сделали? Мы забаррикадировались в комнате. А на каком этаже? А там, где кислота была. Где кислота? Ну, кстати, пока она на спирт, она пытается пробраться. Она к тебе сейчас не придет. Так, давайте, короче, как тогда сделаем? Блин, у меня же эта камера, блин, чтобы активировать. Так, давайте, смотрите, как сделаем. Вы можете... Давайте я сейчас ее отманю на второй этаж. А! Она меня увидела! За мной бежит на второй! Короче, она бежит... Ай, блин, тут же не спуститься. Блин, надо наверх. Я, короче, в лифте, если что. Так, я вообще на каком... Я на третьем, походу. Но у меня есть карточка. Что такое? Подожди, по идее мы сейчас можем сбежать. У нас есть отвертка и есть карточка. Но, блин, я бы взорвал ту бомбу на самом деле. И можно в ловушку попробовать ее заманить. Она тут! Да, я как раз от нее и сваливаю. Блин, я не знаю, как мне ее обойти, чтобы к вам спуститься. Она тут за мной бегает вообще капитально. А тут это где? Сзади. Погнали вниз. Нужно все для ловушки сделать. Короче, так, где она? Вот здесь нужно... Кто-нибудь должен ее отманить. И потом... Но это должен быть не я, потому что у меня камера. Да я запросто отменю. Так, давайте я вот сюда тогда в камеру. Ты кто будет тогда? Ну, короче, Гуль тоже спрячется, получается. Мы тут вдвоем, по идее, должны справиться. Так, давай. Заманиваю. Ну, я иду за ней тогда. Сейчас ее найду. Блин, а она побежит вообще вниз? Потому что это странно, что она вниз за нами не бежала в прошлые разы. А вот, вижу. Иди сюда. Так, я из лука по ней выстрелил. Давай. Так она согрелась. Беги. Блин. Все. Так, открывай дверь. Забегай. Гуль, открой ему дверь сейчас. Гуль, открывай быстрее. Да. Блин, она открыла, все. Да, я не знаю, что сейчас... Кислота. Убьет? Закрыл дверь. Чё? На нее не действует, что? Да она бессмертная, что ли? Она... Так, давайте тогда что сваливать. Ломать? Давайте тогда сваливать отсюда. Давайте сваливать. Блин, ну, это был, по-моему... Нет, стоп. Рано сваливать. Короче, сваливайте. Я не знаю, я надеюсь, что она еще не вышла. Так. Кину С4. Так, я побежал. Блин. Давай быстрее. Если что, я... Что она делает? А, бежит. Она все еще там. Погнали. Нам нужно на самый верхний этаж сейчас. Так, я сейчас перепрошью, получается, дверь. Так, давайте вот тут наверх. Я сейчас перепрошью дверь на карточку первого левела. И мы с ней уже сможем выйти. Погнали.
Сюда. Лабиринт, короче, до самого конца проходите. Так, 5-1. Все, можно выйти. Открываю. Погнали. Ай-яй-яй. Только... Аккуратно. Куда здесь, я не знаю. А, во, окно. Так, погнали. Главное не поджариться. На свободу. Я не знаю, выйдет... А как тут нам спуститься вообще? Просто вниз прыгай. Уже не важно. Ну ладно, вроде все. Так, ну что, теперь делаем грандиозный взрыв. И до свидания. Так, я взорвал. О, ага, все зависло. Блин, я знаешь, что хотел сказать? Что давно не было серий с хорошим таким взрывом. И как бы, ребят, ну да, надеюсь, что мы эту оплошность исправили, потому что сейчас здесь все взлетит на воздух. И, ох, ничего себе. Секунду, все пропало просто. О, жесть, просто. Так, а мы ее завалили этим, не? Что-то я мы, не... да, завалили. Да. И меня тоже завалили. А почему мы выжили, чё? Видимо, Гуля не успела как-то отбежать, а мы успели. Ладно, пресс F в комментариях. Короче, ребят, надеюсь, что серия вам понравилась. Мома реально криповая, конечно, но... А как иначе? Надеюсь, что серия вам понравилась, повторюсь. И если так, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Диму, на Гулю. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Спайк, Гуля и Дима. Всем пока! Всем пока!